Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о базовом продукте компании «Источник здоровья» гидроплазма «Нюшина». Хочу сказать, что гидроплазму я принимаю в течение года, с апреля, даже чуть больше года уже получается, с апреля 2020 года. И я заметила очень много положительных изменений в своем организме. Во-первых, у меня появилось очень много энергии. Я стала меньше болеть, укрепился иммунитет. Я не могу сказать, что была очень больным человеком, но были какие-то такие уже возрастные изменения, боли в коленях, боли в пояснице. Эти все боли ушли. Нормализовался сон. Я стала гораздо спокойнее и позитивнее смотреть на жизнь. Мне, конечно, очень нравятся все эти изменения. Я с удовольствием рекомендую этот продукт всем своим друзьям, знакомым. Естественно, в семье у меня тоже все употребляют этот продукт и получают очень хорошие результаты. Я хочу сказать еще об одном применении гидроплазмы. Я ее добавляю почти во все косметические средства. В частности, в уходовые средства за волосами, потому что волосы мне сейчас стали доставлять очень много хлопот. И добавляю в бальзам гидроплазму Нюшина, в шампуни добавляю и делаю различные коктейли. Допустим, смешиваю с чистой водой гидроплазму, полиэмодулятор и еще какой-нибудь продукт. Опрыскиваю лицо и добавляю в крема. Очень мне нравится ощущение после гидроплазмы. Кожа лица становится светлее, увлажненная, и волосы тоже очень положительно реагируют. Поэтому всем рекомендую этот продукт. И хочу еще раз поблагодарить компанию Виктора Михайловича Нюшина «Источник здоровья» за такие прекрасные продукты.